серия 138, участок Мурманск-Магадан. Славянск. В этой серии будет пройдено 76 километров. Через минут 5 после начала видео дорога Р-258 Байкал будет удаляться от Байкала, примет вправо и уже в сторону Улан-Удэ. По дороге в этом видео титрами будут отмечены два города, по-моему. Да, два города. Или три. Так, сейчас добавлю третий город и запущу обработку. Так, забыл про комментарии. Комментарии Саммервей: у вас на видео дождь, а в Москве сейчас снег большой. Не знаю, у нас в Москве тоже снег. В Москве. Саша Горохов: сдается мне, что радар-детектор столбы считает по обе стороны дороги. Не только столбы считает, он сам по себе работает. Я его вскоре отключил. Это в ответ на комментарий в 10 серии, когда еще двигался из Москвы в Мурманск. Ну, теперь приступаю к работе, к обработке. Начинается мелкий дождик. Thank you.
я все с волнением жду встречи с рекой Селенга.
ситуация.
деле он меня обогнал. Thank you.
по-моему, от этой сопки, которая справа, будет дорога вдоль Сидинги. Магазин электроники. Машинка стоит с левой стороны, мигает. Так, 95-й, 48-50.
сейчас стояночка, перестрою навигатор. Заправка. Блин. Селенгинск. Thank you.
Так, ну выбрал я магазин NVIDIA, не знаю, куда мне привезет этот локатор, навигатор. Оказывается. Балку на поезде. Зелени не очень много. Звонить было в этот видео. Ну ладно. Thank you.
слева проехали стоянку Н-55. Первое, это или габарит, чтобы он мог парковаться, что возможно, или же показывает о том, крутится колесо или нет. Одно из двух. Больше я не знаю вариантов. Он показывает 100% мощность сигнала и интернет 3G. Так, на горизонте облака, в солнце. Значит, по всей вероятности, будем двигаться солнце или в спину, или как минимум в бок.
местное время. Час дня. На видеорегистраторе выскочила информация: камера, ограничение скорости и расстояние. Слева напоминает мне щетину на голове. Загружу-ка я сейчас видеорегистратор. Мне не очень нравится эта информация.